Всем привет! С вами дядя Володя Страшный и проект Мобил. Ну вот, весь вечер я сушил эту раму, она по-прежнему липнет. Я уже удосужился при проверке три раза к ней прилипнуть. Вот пульнул кронштейны крепления двигателя. Что-то тут как-то залупилось. Ну хер с ним. Короче, сижу и размышляю. Пока я кисточкой махал, красил эту раму, вот эти свежеокрашенные деталюшки забрызгались синей краской. Вот как будто мухи обосрали. Видите? Печаль, обида. Но перекрашивать не буду. И так пойдет. Так, почему здесь шоколадка Шокотель? Скажу, что шоколадка это для того, чтобы измерить по просьбе человека длину чизетовской вилки. Шоколадка длиною 12 сантиметров. Могу показать вам это вот, от края и до края. Длина вилки в распущенном состоянии, ну вот если будет мотоцикл, грубо говоря, на подножке стоять, да, 8 шоколадок и 1/3 шоколадки, 8 целых и 1/3 часть. Третья часть это вот так вот, до от края до белого начала. Так, вот здесь не хватает пружины возвратной. Вот есть пружинка, какую-то я нашел. Буду из нее химичить. Делать, чтобы она возвращала. Ну, вот такие вот планы. Есть тут литература у меня теперь. Днепр 11 и Днепр 16. Вот так называется 11-й, вот так 16-й, и вот на картинках сразу видно отличие. Конечно, мне немного непонятно это отличие, почему так, как бы 16-й должен быть после 11-го, но на 11-м сиденье сплошное, а здесь вроде как одиночное. Для меня это считалось, я считал, что это более как бы допотопная версия. Кто знает, пишите, чтобы вам еще тут рассказать. В общем, длину вилки я вам сказал. Ну ладно, покажу. Смотрим, зацеплено ровно 1000 миллиметров. Такая длина пера. Надо болтики теперь искать, чтобы прикручивать шайбочками. Вот так вот будет все по-чмошному изнутри. Ну, конечно, не будет, я ж покрашу, ребят. Покрашу. У меня же есть баллончик. Где-то есть баллончик. Ну, хотя бы вот такой, да? Или такой, нет. Скорее вот такой. Вот таким баллончиком пульну. Изнутри будет все по фэншую. Да? Что, собственно, сейчас и сделаю. А к завтрашнему дню, к вечеру высохнет. Вот такие планы. Всем спасибо, всем пока.